На протяжении нескольких лет при поддержке профсоюзного комитета Смоленской станции проходят соревнования между командами-любителями. В них может принять участие любой желающий. Главное – собрать друзей-единомышленников. В этот раз за лидерство на футбольном поле 4-го микрорайона сражаются 12 команд в трех возрастных категориях – 10-11, 12-13 и 14-15 лет. По мнению главного судьи Николая Шабурова, игры обещают быть интересными, а борьба – бескомпромиссной. Это для них праздник, радость. Большая радость. У них горят глаза, ну и нам приятно с ними этим заниматься, дарить им этот праздник. Сами ребята действительно в восторге от возможности погонять мяч не просто во дворе, а поучаствовать в городских соревнованиях. Ради футбола почти готов на все, потому что поиграть хочется. Это к тому же спорт, а спорт – это очень полезное занятие. У нас очень хорошая команда, как я считаю. Мы решили попробовать свои силы в этом соревновании, и вот пока что неплохо получается. Уже позади несколько соревновательных дней. И хотя играют не профессионалы, футбольные баталии проходят жарко и насыщенно. Поболеть за команды юных футболистов десногорцы могут ежедневно, кроме выходных, до 14 июня. Игры проходят на спортивной площадке за зданием реабилитационного центра. Начало игр в 11:00. О результатах турнира вы сможете узнать из наших следующих информационных выпусков.